пересадила в сад, пока жив, листья не нарастают. Лучше бы не пересаживали. А, дома вырос. Вот это еще один момент, хотя вот эта тема будет посвящена другому. Но раз зацепился, один дома взошел. Вот. Если еще только как можно быстрее пересадить. Я пробовал, я вырастил на подоконнике пару сотен. Они были размером 10 сантиметров, 20, некоторые 30. Вы представляете, я их пересадил в мае месяце к себе в сад, они все до единого умерли. А еще, я же отслеживал, как они умирали. Вот. Нет, несколько осталось. А знаете, почему это? Они просто сидели и не росли. Я-то их в январе-феврале посадил на теплый подоконник, достал с холодильника, прошло все нормально, они взошли дружно. Вот. Я тогда понял, у них сбит полностью ритм биологический. Я потом дошел до того, что говорю, сегодня посадили, не взойдет, послезавтра посадили, взойдет, а где это завтра, кто знает, какой это день, недели, месяца, среда или пятница, вот что. Это очень все важно. Но уже у вас манжурец зашел дома, если он еще не малюхонький-малюхонький, и пересадили в сад, допустим, вместе с горшочком или хотя бы с комом земли, шансы есть. Но, если он с листьями, большинство погибает. Вот. Может быть, еще спасти к притеняя, когда стоит солнце. Но какие-то шансы. И вот я зацепился за слова. Листья больше не нарастают. Или умрет. Ну, в общем, а теперь сливы хапты живые, но постепенно сбросили листья, как осина. В общем, так садить нехорошо.